Вот, приехали рыбаки на зимнюю рыбалку. Рыбы нету. Сопли наматываем на кулак. Следов уже наших нету, где мы пришли. Все. Первая рыбалка в году неудачная. Конец, еще удочки не замерз в лунку. Еще не конец. Ах, вот как мы сидим. Да. Хорошо сидим. Замерзло. Петель страшная. Сюда заехали, ни одних следов не было. Дорожку себе. Машину там занесет. Энтузиастов еще поискать, чтобы ехали 2 часа на это озеро, чтобы ничего не поймать. Сюда пока ехали, булыжник на дороге валялся, дорогу перекрыли, камень взрывали, там еще 30 минут стояли, наверное. Летом мы тут это озеро обходили с детьми кругом. Другой сценарий был тогда. Пейзаж. Ловим на червяка, на искусственную приманку. Толку нету. Ай. Делаем и туда-сюда, и не туда-сюда. Рыбы нету. Зато фан, так сказать. Сначала там сверлили лунку. Сверлили. В землю забурились. Тут берег он высокий, воды много ушло. Обычно мы там рыбу ловили. А это что-то сверлим, смотрим, какая-то грязь идет. Пошли дальше сверлить, а там не лучше. Ну чуть-чуть лучше было, да, ну чуть-чуть. Не сильно глубже. Земля уже не шла. Там сюда вернулись. Тут вроде метр какой-нибудь есть. Вот. Так вот мы рыбачим. Да, рыбалки не будет сегодня.